8 человек погибли и 3000 пострадали при взрыве пейджеров в Ливане. Среди раненых посол Ирана в Бейруте, а также боевики ливанского движения «Хезболла», сообщают в Минздраве Ливана. Большинство пострадавших получили ожоги рук, ног и лица. Помощь им сейчас оказывают 300 медработников Ливанского Красного Креста. По сообщениям иранских СМИ, предположительно, устройство взломали и взорвали дистанционно. За атакой стоят израильские спецслужбы. Несколько месяцев назад члены группировки «Хезболла» стали использовать пейджеры как безопасное средство связи. Устройство труднее взломать. Тель-Авив инцидент пока никак не прокомментировал.